Здоровенькие были, граждане и гражданки, с вами я, Маритурус, а со мной вы на канале и наверняка просматриваете мое видео. И, в общем-то, это очередное видео из рубрики «Гребаные ЛБЗ» и очередное ЛБЗ. Наверняка я его, в принципе, скорее всего, уже выполнял и показывал даже на канале, на Твинке, потому что это ЛБЗ все еще из разряда вот на эту вот самую Т-28 HTC. Вот, полное убогое говно, но, в общем-то, сейчас, благодаря тому, что ее можно обменять там на голду, в общем-то, она стала не такой убогой, как на самом деле была, наверное, до этого. Хотя я все еще ее не поменял, она все еще стоит у меня в ангаре. Уж не знаю зачем, но пока что у меня просто нет лавешек для того, чтобы, в общем-то, там добавить, чтобы еще получить там 4 или сколько-то там тысяч, ну, для того, чтобы просто-напросто купить какой-нибудь нормальный прем. Вот, а нормальный прем — это, лично по моему мнению, это, конечно же, вот эта машина, на которой я сейчас и делаю этот видос. Да-да, это именно она. Ай-яй-яй-яй-яй, где она? Вот это. Да, в общем-то, я сейчас в кустах. Вот, ну и, как видите, только что струляю прям-таки по-детски. Ну-ну, носорог, давай. Ай-яй-яй-яй. Тут вот ёлка мне, в общем-то, мешает. Но, а как видите, в общем, ну, носорога, короче, убили, блин. Вот все фраги у меня так забирают, ё-моё. В общем-то, я занял неплохую позицию на карте под названием «Огненная дуга». Как видите, кустиков у нас более чем дохерища. И вот у меня первый фраг. Вот, в общем-то, кустиков у меня тут больше, чем дохерища. Я, в общем-то, маленький и хитренький, вот, и очень быстро стреляющий Е-25. Вот именно это, ребята, именно эта машина, вот она, именно она просто супер. Хотя почему-то у меня недавно очень сильно понизился процент побед. Не знаю, почему уж, от чего уж. И, в общем-то, это меня очень сильно печалит. Если честно, надо будет побольше покататься и поднять процент побед. Откровенно говоря, в последнее время что-то складывались какие-то бои не очень, целую неделю. Вот, ну, буквально вчера я вырвал просто победу. Где-то 30 или 40 боев скатал в районе 70% побед. Но это очень-очень неплохо, в принципе. Вот, ну, в общем-то, продолжая про наше ЛБЗ. Итак, ЛБЗ под названием «Главный калибр». Вот, необходимо, в общем-то, что сделать? Набить в 3 раза больше урона на технике противника, чем вы, собственно, весите. То есть, вот я вешу 830, а необходимо набить 2000... О, вот она, проклятая ёлка, как я её долго ждал. Вот, а нужно набить 2480, что ли. Что-то у меня почему-то не отобразился вот счетчик. Непонятно, опять какая-то галиматья с этими модами. Что происходит, не знаю. Вот, итак, огненная дуга, и вот остались у меня практически, знаете, такие тяжеловесные противники. Вот, например, Т-26Е4. Ну, в общем-то, я его не пробью, наверное, ни за что в жизни. Остается надеяться только на то, что я за ему куслю. Почему я не стреляю ему в башку, я не понимаю. Надо было хотя бы попробовать. Ага, вот и СУ-152. Ну, конечно же, как не пострелять по этому великолепному человеку. Вот, тем более, если учесть, что он меня ни хера не видит. Ага, рикошет был только что, и, конечно же, ЛТТБ ее забрал. Ну, почему нет? ЛТТБ, как все светляки, они пасутся сзади и попадончески вот так вот добирают фраги. Ну, чайки, что можно сказать. В последний момент дернутся, пасть в воду практически, как падший ангел в говно. Вот, и, в общем-то, забрать все основные интересности. Так, ну что остается тут? Ага, вот, скорпион, ну давай, ай-яй-яй, какой промах. Ну, вот, в общем-то, вы можете сказать, Маритурус, ну что такое, ну опять, ну Е-25, ну блин, ну это ПТ, нету большинства игроков, которые смотрят мой канал, потому что кто-то не купил, кто-то, блин, ну кого-то, как у меня, вот, например, нет денег для того, чтобы купить, не знаю, револьвера или там, как он называется-то, господи, ну, в общем-то, неважно, вот этот французский такой с длинным стулом, худой танк, вот он мне нравится, я бы тоже его прикупил, покатался бы на нем, но стоит он денег. Да, ни в коем случае не покупайте льва. Для фарма он, конечно, хорошо подходит.
О, ну посмотрите, ну посмотрите, ну как они все уходят. Ну, у меня будут фраги или нет? Всего 1624 домашки. А вот счетчик от, кстати говоря, от Джо почему-то считает, что только 1500. Вот. Ну и самое интересное, Win 8, например, здесь, когда играешь, стоит 2264, а когда заходишь после боя, там, например, на 500 или на сколько-нибудь побольше. Вот, ну, то есть, что происходит с модами, я не понимаю. Так что доверять счетчикам вот этим всяким, ну, знаете, просто так, для прикола. Вот посмотрел, как бы тебя поддерживают у тебя. Ну, это, знаете, как финнам вот во время их войны, вот этой вот нашей русско-финской войны 1950-х. Они как там первую битву какую-то выиграли, вот у них такой эмоциональный подъем сразу получился, что они практически в конце концов ее всю проиграли. Но тем не менее очень радовались, потом стали помогать фашек. Фига молодцы. Они еще очередной третий фраг, но почему бы и нет. Так, и вот вижу. Ну, этого, конечно же, я не пробью. А, да, там же еще дополнительные условия. Победить и выжить в бою. Вот. Я, откровенно говоря, не старался, в общем-то, пройти ДЛБЗ, потому что основная задача у меня была просто накопить денег. У меня катастрофически не хватает серебришек на аккаунте. Не знаю, что-то как-то втрёпываю, не идет игра, и играю, в общем-то, на 10-9 уровнях сейчас, и поэтому там, ну, очень-очень-очень летает просто, особенно если пару раз зарядишь голдой, все, можешь прощаться с деньгами навсегда. Вот, ну видите, я практически безболезненно прошел, да без потерь, в общем-то, прошел всю длину вот эту вот по зеленке. Вот, и вот этот вот однозначно мой фраг, но, блин, в общем, великолепный наш игрок забирает его своим тараном. Спасибо, дружище, за то, что ты дал мне фрага. Так, посмотрите, у меня остается всего 10 снарядов, то есть я практически нахер все потратил. Вот, и вот смотрите, что такое жадность, и с чем ее едят, блин. Вот зачем я это делаю? И если бы на самом деле не мой друг на Т-28HTC не поздоровилось бы мне, я не выполнил бы это ЛБЗ. Ну да, вот так вот, знаете, когда жадность превозмогает, в общем-то, все остальные чувства, потому что, откровенно говоря, вот эти гребаные счетчики, я не вижу сколько. Ведь нужно 2408, а у меня показывает, что 2252. Ну да, я же еще ведь там стрелял как бы в темноту без засвета, и на самом деле я там еще набил как бы основную дамажку, которая мне нужна была. Вот это ФСМ-50Т, вот его бы я, конечно, прикупил. И да, что ж такое-то, ну все фраги у меня чайки разобрали. Хотя я, конечно, иногда тоже поступаю как чайка, но тем не менее, давай быстрее, может еще кого-нибудь успею. Да, ну, в общем, как вы понимаете, конечно же, не успею. В общем-то, неплохой бой получился. Выполнил я и основное, и дополнительное задание, естественно. Вот, поэтому, ну, как бы вы посмотрели, я порадовался. Поэтому всем удачи, всем подписываться на мой канал, всем ставить пальцы вверх, оставлять комментарии под этим видео. Ну и, в общем-то, всем удачи, пока и до встречи.